Создать азиатский аналог ОБСЕ. Такое предложение Нурсултан Назарбаев вынес на 4-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Глава государства отметил, что странам необходимо самим заняться мирным развитием континента. И важным инструментом в этом процессе может стать Организация по безопасности и развитию Азии. Президент Казахстана призвал не откладывать решение этого вопроса. Уверен, что настало время для создания действенной, эффективной организации по безопасности развитию в Азии, сокращенно ОБРА, на базе СВМДА. Она должна составить здоровую конкуренцию ОБСЕ, которая была не в состоянии остановить кровопролитие в Украине.